12-13 ноября в спортивном зале средней общеобразовательной школы номер 18 прошло городское отборочное соревнование по национальной борьбе «Казахша Крес» для участия в областном турнире «Жас Барс», который пройдет в городе Аягөз. Уровень этих соревнований городской. Это первые отборочные соревнования с момента образования области Абай. Палуаны, ставшие победителями этого турнира, примут участие в областных соревнованиях. Областные соревнования пройдут в Аягөзском районе в период с 24 по 27 ноября. Целями и задачами турнира является популяризация и развитие национальных видов спорта в городе Семей, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни среди населения города Семей, отбор для участия в областных соревнованиях «Жас Барс». Турнир «Жас Барс» проходит в рамках турнира «Казахстан Барса» среди детей младшего возраста, юношей и молодежи. Сначала проходит сельский, районный и городской отбор. Затем палуаны, победившие в областном отборе, будут защищать честь своей области на республиканском турнире. Соревнования проходили в двух возрастных категориях среди юношей 2005-2006 года рождения и младших юношей 2007-2008 года рождения. В турнире приняли участие свыше 100 спортсменов. Моей целью является пройти городские и областные отборочные соревнования и стать чемпионом общеказахстанского турнира «Жас Барс». До этого я уже участвовал в турнирах в рамках «Жас Барс», прошел через областной отбор и взял третье место на республиканском турнире. Турнир по национальной борьбе «Жас Барс» проводится ежегодно вот уже на протяжении нескольких лет, но впервые отборочные этапы проходят в рамках новой образовавшейся области Абай. По словам организаторов, уровень борьбы «Казахша Крес» в нашем городе растет из года в год. Ярослав Дюсенбеков, Алижан Бисенгазинов, телеканал «Семей».